техническую задержку. Мы начинаем прямой эфир. С вами президент, основатель компании Infinii, Хитэш. И я буду помогать вам проводить перевод. С вами Фомин Алексей. Мы находимся в Хьюстоне, в одном из помещений компании Infinii. Добро пожаловать на эту важную информационную встречу. Хитэш, you're welcome. Awesome. Well, thank you very much. I'm very excited to be here. Alexey has done an incredible job of taking this to Russia and bringing people from Russia in here. It's one of our largest teams at this point. I think we crossed 11,000 members from Russia already. And that's just in our beta pre-launch. So we're very excited about what's coming and what we'll be able to provide very soon. Хитэш делится с тем, что мы, русская команда, совершенно такую большую работу проделали. В нашей команде уже больше 11 тысяч человек. И это одна из самых больших групп в компании Infinii. И Хитэш очень рад тому факту, что мы принесли эту бизнес-возможность на русскоговорящее пространство. И это просто потрясающе. So, one of the very exciting things has been just how successful people have been over just the past 3 weeks or so. So, in the first month alone, we had over $1 million paid in commissions, and we had over 300 people who actually hit manager or higher ranks, which is a lifetime for most other companies. In our case, we did it in our first month. So we're very excited. Now we have a whole host of people from Russia who are going to be hitting those ranks and getting those commissions as well. So before I get into all of those details, I want to kind of backtrack and tell a little bit about what's happened over the last 2 years. Yeah, let me translate very quickly. На самом деле, Хитэш хочет поделиться большим успехом, потому что буквально за 3 недели в нашей команде Infinii по всему миру больше 340 человек закрыли статус директора, закрыли статус менеджера, первый статус, следующий хороший карьерный статус менеджера. И во многих других сетевых компаниях люди там просто всю жизнь у них уходит на то, чтобы иметь такое большое количество людей, которые закрывают такие статусы в таком количестве. И первый объем выплат комиссионных составил больше $1 миллиона. Представляете, то есть люди, которые работали, и вот сейчас комиссионные больше $1 миллиона. Это фантастическая статистика. И, ну, прежде чем говорить об этой бизнес-возможности, Хитэш хочет чуть-чуть назад вернуться и рассказать об истории создания бизнеса и вообще о том, чем мы тут занимаемся. So, when we first started out, about 2 years ago, the whole idea was creating a model where the average person can succeed. They can make money using the product, and they can make a lot of money being a partner. And that really doesn't exist right now in the network marketing world as a whole. So, when we started out 2 years ago, it was a very novel idea. We built everything ourselves. Everything was done internally. That's one of my jobs as a CTO to build these things. And we had tremendous success. Over our last 2 years, we had over $2.5 billion done in sales by our members on eBay and Amazon and other platforms like that. So it was very exciting. And the whole question was, how can we take it to the next level? How can we make it even better? And what are the other markets that we can involve here? And that's where Infinii came into being. И на самом деле, то есть 2 года назад у Хитэша родилась такая идея, как сделать так, чтобы большое количество людей, то есть обычный средний человек, мог преуспеть в индустрии сетевого бизнеса, потому что вы знаете, как люди связаны с тем, что они покупают товар, продают товар, не каждый преуспевает, не каждый может это сделать. И Хитэша была такая идея, чтобы сделать так, чтобы любой человек, средний обычный человек, мог на самом деле подключиться и на самом деле зарабатывать и изменить свою жизнь к лучшему. И вы знаете, есть определенная история. 2 года компания работала на платформе DS Domination, и продаж было создано более чем на $2 миллиарда, и комиссионных было выплачено людям около $400 миллионов. То есть это на самом деле факт, это очень интересная, большая статистика. So the whole issue was that we were kind of limited in just the world of e-commerce, and it's the best model there is, where you get to piggyback off of eBay and Amazon, Google and other major companies like that. That's a great model. But you're limited in that. There are 2-3 other very major markets where it's very important for us to go into so the average person can succeed there as well, like digital services and freelancing services online, which, as you know, are very big in overseas in Russia and most of Asia Pacific. So the whole idea behind Infinii was being able to expand out of just e-commerce into many of these other places. And building a compensation plan, building a partner system alongside it that rewards members for e-commerce production, for working as a freelancer, and many other things like that. So that's what we have been able to achieve with Infinii. And as we roll out over this whole year, actually, it's just going to be a transformational experience for most people involved. И Хитэш говорит о том, что на самом деле рынок электронной коммерции, он совершенно фантастический, и он огромен сам по себе.
но и в той же степени он ограничен. То есть, например, многие люди знают про Amazon, про eBay, и там есть физический продукт, который продается. И многих людей мы уже научили, как использовать эту электронную коммерцию, но на самом деле есть еще другие страны и регионы, которые не участвуют вот в этой именно товарной электронной коммерции. И есть дополнительные рынки, о которых Хитаж говорит, это рынок цифровых продуктов, например, кто-то пишет книгу или урок какой-то, публикует о том, как что-то делать. Или, например, вы знаете, многие люди делают работу по интернету, это рынок фрилансеров. То есть вот эти, мы пошли шире, мы пошли дальше и глубже, и мы расширили этот бизнес-возможность для людей в других странах. Теперь они могут принимать участие не только в электронной коммерции, в товарной, они также могут принимать участие в продаже цифровых продуктов и в продаже продуктов услуг фрилансеров. То есть это огромный такой большой комплекс услуг, и это что-то, нечто следующее большое, что нас с вами ждет. So, you know, let me actually address what my role here is. My role is to make sure everybody has the accurate information on this, because this is the only model that exists right now that will work for the average person, both as a partner and as a customer. So my job is to make sure that all of that is communicated very clearly, that all the answers are available, all the questions are addressed, and to provide all of this in your native languages. So to that end, we have actually already started a very strong translation process. We have webinars coming in Russian. We obviously have you doing an excellent job already. And then we have a lot of materials like the compensation plan and the back office trainings coming in Russian as well, which hopefully we can show them today. Yeah, we will. И на самом деле Хитаж говорит о том, какая его роль на самом деле. Он, его роль – это донести идею о том, как все это обстоит на самом деле, дать людям полное понимание, как это все выглядит, ответить на вопросы, прояснить, чтобы любой человек на самом деле понимал, как это работает, и мы могли все этим пользоваться. И в связи с этим многие материалы, сейчас Хитаж об этом будет говорить, переведены на русский язык. И, в принципе, это вот такая большая работа, которую Хитаж возглавляет, чтобы все понимали и все следовали вот этому правильному направлению. So, guys, here's the thing. This is... There are many companies that launch, and everybody sells the dream, right? Yeah. But nobody has the numbers to back it up. Nobody shows the statistics to back it up. And that's one of the things that I always say to our members and to people considering us. Suspend your emotion for a minute. Forget the excitement for a second and just evaluate this yourself. Have you ever seen numbers like this come out of a company? Have you ever seen a company be this successful so quickly? Have you ever seen the average member be so successful, where countless people in our company are making money, where most of the companies, you have 1% of the people succeeding? This is the only kind of model that's going to work in the future. This is the kind of model that the government regulations are looking for. This is the kind of model that the average customer is looking for. So this is the only thing to be involved at the moment in. And I'm really excited just about where it's going with in Russia and many other places as well. But we are just thrilled to have everybody on board. And I would love to get into some of the more complex questions and get them, you know, bring them up to speed and give them some confidence in what we have. И на самом деле Хитаж говорит, что вот эта бизнес-модель, которая у нас есть, она на самом деле единственная, которая в своем роде такая успешная. Посмотрите на нашу статистику, сколько много людей сходу начинают зарабатывать большие деньги. И посмотрите на всю другую любую статистику, потому что в других компаниях вот там, ну, в принципе, несколько процентов людей только зарабатывают деньги. Здесь модель так построена, что любой человек, он может получить здесь выгоду от этой системы. Он может быть клиентом, он может быть партнером, он в любой ситуации начнет здесь зарабатывать деньги. И с учетом того, что мы выходим на такие вот широкие рынки. И, конечно, он будет ждать таких больших, важных, серьезных вопросов от людей, чтобы он, даже, ну, как он сказал, даже любит сложные вопросы для того, чтобы это все помогать разъяснять. So, like, honestly, right now you have a choice. You have to choose, are you going to keep looking around for something that has consistently failed, or are you going to join the only model that does work? And I think the numbers are so clear. I'm excited to see 1,000 people hit manager rank or higher over the next month or so instead of just 300. И он на самом деле говорит о том, что у любого человека, конечно, есть право выбора, например, продолжать что-то искать себе дальше или присоединиться к этому успешному движению и присоединиться к числу людей, которые в следующем месяце свой статус менеджера, это будет человек, или, ну, опять-таки, продолжать что-то себе искать. Хотя мы говорим о том, что числа, цифры и статистика говорит сама за себя. So let's talk about some of the specifics on what we have going right now and what's coming out. So there are a few enhancements that we made just from the beta test alone. So we did a beta for a month and we checked out our systems and we made sure the numbers were working out right.
And we saw some things that could be improved. So one of the major places that we could improve was the beginner bonus, where we enhanced it to make it much stronger. We're actually the only compensation plan now where you can genuinely be successful and be profitable with just one sale with the new advanced beginner bonus. And all the details of that are actually available in the compensation plan document. That is also in Russian. Hopefully you can send out after this hangout is finished. Yeah. И на самом деле, то есть компания, находясь в стадии бета-тестирования, бета-предстарта, посмотрела на статистику, посмотрела на результаты работы и увидела, есть определенный момент, который нужно улучшить. В том числе касалось бонусов, которые получают наши партнеры в нашей компании. И вы увидели, что у нас появилось два новых бонуса. Это бонус, который работает в течение 30 дней, когда вы сами подключаете новых партнеров. И также командный бонус, когда вы и ваша команда делаете производство. То есть эти два бонуса у нас появились, и они основаны на том, чтобы люди сразу же быстро начали получать существенные деньги. И об этом вы, увидите, у нас переведенный компенсационный план, он будет сегодня там, мы об этом чуть больше говорить. Вы можете это все прочитать в компенсационном плане на русском языке. And this is actually one of the critical tests that people have to put a company through, is the character of the company, right? Because we all know there's a thing called breakage that companies love. But in our case, what we did is we looked back and said, you know what, we want to be very fair about this. So this advanced beginner bonus, if you achieved it in the month of December, you get to keep it. We'll actually retroact, but if you didn't, we're gonna restart the clock and give you 30 days again. So, you know, again, consult the details in the compensation plan, but this is, we are all about making sure the field is as successful as possible and people are profitable as quickly as possible on both sides. So I highly suggest that you guys look at it. I'm pretty sure most people will be very excited about it. Yeah. И на самом деле он говорит о том, что мы хотим, чтобы люди чувствовали себя счастливыми. И, например, вот этот 30-дневный бонус, который вот, когда человек подключается, он получает возможность первых 30 дней получать дополнительные бонусы. На самом деле, если вы не достигли статуса директора, например, или вы не достигли вот этого, вот этих бонусов, не воспользовались, то компания даже делает так, что она заново отсчитывает счетчик в январе на эти следующие 30 дней, чтобы вы могли получить преимущество вот этого первого 30-дневного бонуса и были счастливы, и уже получили определенный день. Потому что Китаж говорит, он хочет видеть большее количество счастливых людей, кто начал зарабатывать деньги сходу. So it's kind of easy to get lost in the specific details sometimes and forget the big picture. And the big picture to keep in mind is what is Infinii as a whole, right? So the Infinii system, the brand, is about combining the digital world, the e-commerce world, and the freelancing world with the network marketing side. Wow. So this is not about us being another, right? This is about us being the only model of its kind where we use network marketing the right way, which is as a very good distribution model. That's what network marketing is for. And at the same time, the customers are very successful because they're doing the same things that they could do beforehand to be successful. You're selling on eBay, you're selling on Amazon, you're letting all the major companies do all the work, just like we are doing all the work for you on the network marketing side. And then you can also tap into the freelancing world. A lot of people don't realize this. The freelancing world is 3 times the size of the e-commerce world as a whole. Over $1 trillion is transacted just in freelancing every year in North America alone. So that's a whole new marketplace to enter into. And hopefully later, and unless you want to do all the Q&A right now, we will go over some of the statistics and I can give you the numbers behind where we are going, why the company's direction is what it is, and how the actual members will benefit from it. Okay. И на самом деле Хитаж говорит, что увлекаясь маленькими какими-то специальными там узкими данными, например, какой где бонус и так далее, мы теряем иногда большую картину из виды, поэтому хотел бы вам рассказать о том, что такое Infinii и куда компания двигается. И что мы сделали? Мы объединили рынок электронной коммерции, цифровой коммерции и рынок услуг в интернете, фрилансер. Да? То есть мы вот этот рынок объединили и объединили его через модель сетевого бизнеса. У нас также остаются клиенты, которые могут пользоваться нашими системами автоматизации, они также могут пользоваться нашей системой, зарабатывать деньги как клиенты, используя наши технологии. Но мы сюда добавили составляющую компенсационного, составляющую MLM-маркетинга, и таким образом наша компания стала вообще уникальной. Второй такой компании нет, потому что
Здесь такие механизмы, которых нет ни в одной другой компании. И Hitage хотел бы поделиться статистикой. Например, рынок услуг в интернете, он в 3 раза в среднем больше, чем рынок электронной коммерции товарной, потому что и он выходит за рамки одной какой-то географической страны. И если у нас будет с вами, как он сказал, больше времени, он даже покажет вам статистику. То есть насколько гигантская вся эта индустрия. Интернет-коммерция плюс цифровые продукты, плюс рынок услуг в интернете. И мы как компания еще и добавили сюда MLM-составляющую, которая очень правильная и очень позволяет быстро развивать компанию. And this is also a difference between good leadership and a bad leadership in a company. Because what my job is and what our entire corporate team, you've met almost all of our corporate team now, all of our aim is to constantly looking at what will be the most successful thing for our members. That's what, how we make our decisions. So we look at the freelancing world and the digital world and we say, this is the next big thing where they're going to be very successful. And that's what we are going to work on and bring it out. And it's going to make more members, you know, more money. And on the other hand, bad leadership is about looking at what's making the company money and trying to do more of it, right? So this is the big difference between the business models and why we have been so successful. It's a paradox where the more you try to make your members successful, the more successful your company becomes. Yeah. But companies who try to be more successful themselves and don't care about the members, they end up being unsuccessful. So we are very excited. I feel like we are in the right direction and we are doing the right thing and our heart is in the right place because we are focused on member success and that's what making us such a tremendous force right now. Yes, let me assure you that this is critical and important thing. И на самом деле, что происходит? Hitage говорит, что нас отличает от других компаний? Вы знаете, есть хорошее лидерство, хорошее управление, плохое или никудышное управление, или плохое управление, плохое лидерство. И на самом деле в нашей компании, он говорит, Алексей, ты уже познакомился со всеми руководителями, со всеми людьми в компании. Что нас отличает? У нас есть стремление, у нас есть основная модель, основное как бы, правило, которому мы следуем, это сделать так, чтобы найти способ, как максимально большое количество наших партнеров, наших участников нашего бизнеса преуспели, процветали и чувствовали себя комфортно. То есть компания делает все, чтобы наши, то есть партнеры чувствовали себя хорошо. Да? А есть компании, которые заботятся о том, чтобы компания чувствовала себя хорошо. И когда конечный дистрибьютор в чем-то страдает, то есть происходит так, что компания вроде как стремится выиграть от того, что она думает о себе, а о людях нет. А у нас наоборот, мы думаем о людях, мы стараемся, чтобы люди у нас чувствовали себя комфортно. И когда наши люди чувствуют себя комфортными, успешными, вся компания стремительными темпами расширяется. И вот это основной момент, который мы постоянно об этом думаем. И это основной, как бы то, что нас двигает с такой скоростью вперед. Люди видят это, люди к нам присоединяются, только осознавая, что это так и есть. So, hopefully people see why this is the right place to be in and why it's going to be so good. The other big critical factor is, what kind of third-party reliance do you have? As a company, most of the companies have a third-party software company that provides their background software. They have an IT department that somebody else has, and so on. And then they have a product that somebody else has, right? So they get stuck in case there's a problem with the product, or problem in the process, or their software stops working. They are stuck because there's somebody else who's dependent for it. In our case, we have invested all of the funds and invested in the manpower, where all of the system is our own. Everything that you see in the back office is our own. We don't owe anybody anything. The technology is our own. So it allows us to make changes as things come out. And that's what's kept us so adaptable and change as things have changed on the internet. So that's another big component people should be looking for, especially when you're international, because that's where a very critical thing changes, right? When you're international, you have to be able to make changes very, very quickly for the international market because rules are different, you know, laws are different, and the approach is different. So that's one of the big factors that's also made us very successful and why we will be, you know, we are much better equipped to handle the kind of volume you guys are bringing right now than I think most people are. It's true. Yeah. И на самом деле, еще о чем говорит Hitage, что он надеется, что вы видите то, о чем мы говорим, и он хотел также рассказать, что еще нас отличает. В других компаниях очень часто программисты или программное обеспечение, они не принадлежат компании, это не их собственный продукт, они просто пользуются услугами третьих сторонних организаций. И если речь идет о том, чтобы что-то быстро поменять, не всегда у них быстро это получается или какие-то там сбои, и на это уходит время, и это, от этого компании часто страдает. В нашем случае, в Infinii, все программисты, все программное обеспечение, все сервера, то есть все это находится
в наших руках, мы это все контролируем, это все наше, мы вложили сюда деньги, ресурсы, это все под полным нашим контролем и управлением. И особенно, когда вы работаете на международном рынке, иногда нужно по-разному быстро все менять, иногда законы меняются, иногда ситуация меняется, иногда нужно быстро что-то там сделать, какие-то изменения, которые влияют на работу вот всей организации вот в этом регионе. И как раз этим нас отличает, что мы можем все это быстро менять, адаптировать, и это сильная сторона, сильная составляющая нашего бизнеса. So now let's talk about where we are at the moment and what your choices are as a member. Okay. Yeah. И сейчас мы хочется сказать о чем, а какие у вас есть выборы у партнера компании Infinity, что вы имеете в руках? So yesterday we moved out of beta mode and we moved into a live pre-launch. What that means is that up until now, by the way, guys, this is the exciting thing. All of the numbers so far, numbers so far are without replicated sites, without affiliate links, without marketing. This is just word of mouth, because it's literally people inviting people physically into the system. Now, as of yesterday, we moved out of the beta mode. And tonight, we are opening up the replicated links, the affiliate links, the marketing systems, the sales funnels, all of that stuff is going live tonight. So this is the moment that hopefully most of the partners have been waiting for, that how do we actually get out and promote it in a big way? If I tell this, they'll be like, oh, yeah, it's amazing. На самом деле, то, что у нас происходило в предыдущем месяц, у нас была бета-версия, ребят, и сейчас мы переключаемся с бета-версии на такой легкий предстарт. И представьте, какое количество, огромное количество людей к нам подключилось, не имея никаких реферальных ссылок, не имея сайтов воронок, не имея каких-то страниц рекламных и так далее. Просто путем того, что люди говорили друг другу о том, что вот сейчас у нас этот бизнес, и у нас совершенно колоссальное количество подключилось. Так вот, сегодня в течение суток произойдут изменения. И вы увидите, мы вам предоставим много инструментов для работы. Это будет уже ваши собственные реферальные ссылки, это будет уже сайт, это уже будет сайты воронки. То есть много сейчас об этом Хитаж будет говорить. Представляете, какая будет статистика? Это то, что все многие люди ждали. Awesome. So not only do we have replicated sites going live, now we have, you know, full out reporting and everything. We have the new back office available for you guys. Hopefully many of you have already seen it. If you haven't, go, you know, check it out. Most people like it. And the big focus now is making sure that you understand the foundation of e-commerce is in place. Now you understand how it works, but now we're moving into the real stuff, into the master classes with the e-commerce certification program, which will be a great thing for international markets. So if you're somebody who goes through our process, who goes through the training and gets the certification, and you score very well on your exams, you actually get an interview with Infinity Corporate. We actually do an interview with them to see if we can bring them on board as a trainer, or bring them on board to work with other people in Russia and other people in Mirik, whichever location they are in around the world. So it's a very big opportunity for members who have been hoping to take a course, do well on an exam, and then maybe even get an interview and a potential job working for Infinity directly, and then also working with other members as a freelancer through our freelancing system. So all of this stuff is completely going to change the way the game is played, as they say, online, because there is no competition for what's coming out. И то, что вы сегодня увидите, и многие уже сейчас увидели, что у нас подключился новый бэк-офис, сейчас там происходит дополнительное обновление, вы все больше и больше в рамках этого бэк-офиса будете видеть статистику, отчетность и так далее. И самое важное, вы увидели, что у нас сейчас появилась возможность, мы компания, как компания, мы будем проводить сертификацию и обучение людей. Те из вас, кто пройдут это обучение, вы пройдете тесты специальные в компании. И если вы, ваш тест будет удовлетворительным, то вполне возможно, даже сама компания может вас пригласить для работы, чтобы вы могли обучать других партнеров компании Infinity, и также, чтобы вы могли работать как фрилансер, то есть, чтобы другие люди тоже ваш сервис могли пользоваться, и за это вы тоже будете получать определенные комиссии. То есть, это то, что сейчас ждет нас, это вот это обучение, чтобы мы были профессионалами. То есть, изначально мы подготовили вас к тому, что у нас есть, а сейчас мы будем повышать профессиональность подхода к этому всему делу. So to prepare for what's coming, we know we're expecting somewhere around 300,000 people to join us over the next 3 months to 6 months. So to prepare for that, we've already moved over to bigger servers and our own internal management system for it. We have boosted the number of people working in our support staff. We have really put in place, and you have seen, you know, we have a
very well-oiled machine working in our corporate side now to make sure things are being done properly and quickly, that we have a good cadence for things. And as you guys come in, you will see a whole new face of everything. Many of you are already able to see things that are propagated to the new servers. Most of you who don't see it yet, by 10 p.m. tonight, we expect we'll be able to see the more payouts, the bonus payouts, the rank achievement payouts, and so on. All of those will be available as well. То есть мы как компания готовимся к совершенно большому стремительному расширению. Мы ожидаем в ближайшие 3 месяца порядка 300 тысяч человек подключиться в наш бизнес, поэтому мы переводим всю компанию в рамках, мы расширяем всю компанию, мы переключаемся на более мощные сервера, на более продвинутые системы, мы меняем бэк-офис. Вы, кстати, те из вас, кто еще не подключался в новый бэк-офис, вы, кстати, увидите, что сегодня после 10 часов будет новая система выплат, вы увидите, где вы находитесь по карьере, сколько у вас очков, сколько у вас там бонусов, за что, когда и куда. И также он говорит, что вот в рамках вот этого колоссального расширения, к которому мы сейчас готовимся и готовы, мы нанимаем новый персонал, мы расширяем все границы во всех отделениях нашей быстро развивающейся компании. Мы к этому просто профессионально подходим и готовимся. And one of the things that we did as a company is we decided that we are not going to rebuild members until they have all of the right Russian resources for themselves to use. I think we talked about this before, but even for all of the other members, to make sure that everybody gets to experience this properly before they get to make a decision rebuilding off until the 27th. So they have plenty of time to make a decision, not worry about, you know, rebuilds and so on. So you have time to focus on your business very quickly before you even get billed again. И что еще очень важно, что Хитаж говорит о том, что вот эта месячная абонентская плата, например, там $50, она дошла компании, потому что задача такая, чтобы каждый человек понял и сфокусировался на составляющей бизнеса с точки зрения, чем мы занимаемся, на торговле, вот на вот этой электронной коммерции, чтобы вы это поняли и уже смогли заработать определенные, ну, поняли, как это работает, и уже какие-то деньги там заработали. И поэтому компания даже этот даже период тоже перемещает. И, ну, он здесь сейчас сказал, что дата там 27 января, но об этом будет там уточнение определенное. Which again hopefully shows that same difference. Да. Because, you know, for most companies the focus is how quickly can we collect money. For us the focus is how quickly can we pay them to feel happy and keep everybody successful. Mm-hmm. So we are holding off the rebuilds for that reason right now. И также вы можете отличать это, чем отличает наша компания. В других компаниях, другие компании стараются получить быстрее больше денег, и они не заботятся о том, что там чувствуют другие люди. В нашем случае мы на самом деле заботимся о том, чтобы люди наши чувствовали счастливы. Мы не стараемся взять у людей вот эти первые, стараемся обеспечить, чтобы на самом деле вы были счастливы, чувствовали себя комфортно, и потом мы начинаем уже двигаться уже в эту сторону вот этого. So what I would like to do is basically open the floor and say, if you guys have any specific questions, anything that you want me to cover right now, I'm more than happy to and ask the tough questions, because I prefer those. The thing is, we don't have this setup, so they can ask online. So right. It's like Google. When I figure you have such a good relationship with your team, you probably know some of the questions that they might have. So maybe you can say for instance, some people, they were waiting the translated materials. And it was announced that they will show up by 15th of January. Yes. So even those people who signed up in December, they kind of was expecting that the rebilling time will start from 15th of February. So, right. So yes, for the Russian team, that is what we're doing. И вот я задал вопрос по поводу все в России на русском пространстве, русскоязычном пространстве ожидали, что повторная месячная абонентская плата будет взиматься. То есть у нас как бы мы начинаем с 15 января, мы говорили, да, и все как бы в режиме ожидания думали, что не будет взиматься вот эта вторичная абонентская плата. И вот Хитаж сейчас подтвердил, что для русскоязычной команды, потому что у нас не было материалов на русском, мы отсчет всех абонентских плат будем делать с 15 февраля. То есть если вы подключились в декабре, например, 10 декабря, вам не надо будет платить второй раз 10 января. То есть все ваши следующие абонентская плата будет 15 февраля. Если вы подключились, например, там, 5 января, вам не надо платить, все сдвигается на 15 февраля. То есть это очень серьезное заявление, как раз Хитаж подтверждает о том, что он думает о людях, о компании, о том, чтобы вы себя чувствовали комфортно. Okay. Yeah. So we basically moved everybody in the company's rebuild to 27th, but for Russia we moved it to 15th to make sure that there was a
То есть во всей компании они сдвинули этот промежуток до 27 января, потому что много людей знает английский язык в разных регионах, они уже начали торговать и пользоваться системами, но так как в России задержка с переводом была обоснованная, которую мы объявили, то именно в этих целях только для русскоязычного пространства, для нашей команды в России, здесь это сдвинули до 15 февраля. Это очень хорошая новость, ребят. Now, here's the thing. At this point, there are tens of thousands of people who have already changed their life completely, that have they've given up jobs in many cases. They're actually able to do this full time, and they're running this full time. And I mean, the decision is up to everybody else. Hopefully, you can see we are very transparent. We have a corporate structure in place, that we have the right focus, that we are doing all the right things. But most of all, we attract the right type of people. You've seen people like Alexi and the entire team here. But we attract the type of people who understand that if you just work hard and you do it in the right way, then you can be very successful. And this is the only business model that exists right now in the world of online marketing or whatever you want to call it that allows you to achieve that. So just make that choice. I don't even know why somebody would be watching this long and not be in here or not be building it right now aggressively. Because, and I'm not talking about building aggressively just as a partner. I know every company wants that. We obviously want that. We want you to share Infinii with other people. But at least come in here and work hard on your own internal private e-commerce business and your own internal private freelancing business. At least get started on something. Once you get started on something, you'll begin to see there's a domino effect, which it'll naturally lead you to build bigger and bigger businesses in everything. Okay, in all four of the facets that I talked about, digital and freelancing, e-commerce, and network marketing. So don't just sit back, just get going. You have to do something to get excited and to get plugged into it, and that will naturally lead you down the right path. И Хиташ говорит, что на самом деле многие люди даже уже знают о том, что уже некоторые люди, конечно, делают свой выбор, и он знает, некоторые люди уже начали полностью заниматься только Infinii, они даже оставили свои бизнесы, предыдущие работы, и сфокусировались. Кто-то сфокусировался на электронной коммерции, кто-то сфокусировался на работе, построении команды. Он говорит, что единственный способ на самом деле в жизни преуспеть – это начать серьезно заниматься бизнесом, серьезно уделять этому внимание. И он говорит о том, что у нас для этого в компании есть уже сейчас все. То есть он вам просто рекомендует начать активно действовать. Может быть, вы не будете активно строить структуру, но вы же сейчас можете сфокусироваться на электронной коммерции, вы уже сейчас можете сфокусироваться и начать делать что-то для достижения своего будущего финансового успеха. Если вы хотите строить структуру, вы начинаете активно строить уже свой бизнес, глобальную команду, и на самом деле вас здесь ждут совершенно большие финансовые успехи, потому что потенциал заработка здесь просто колоссальный. And I can give you guys one piece of advice as somebody who's regarded as being successful in business in general. You have to learn to recognize trends, okay? You will learn how to do that with your e-commerce business as well. You know, what's selling and what's not selling. You learn to pick out those trends. But you have to look at trends in the world as a whole. Traditional retail is going down. E-commerce is going up. Traditional network marketing is going down. This type of technology-focused, e-commerce-based, whatever you want to call it, this hybrid model of network marketing is what's trending up. There's a reason why Infinii is trending up while so many other companies are trending down. You have to learn to pick these trends. And if you don't learn to pick those trends and you don't learn to plug into them, you won't adapt. And then you will wonder 5 years down the road, what happened? Why did I end up in a bad position? So pick out the trends before they become the mainstream. That's the big difference. There are people in here. What we did 2 years ago is we recognized that e-commerce was a big trend and we picked up on that. And now it's mainstream. Now everybody knows about eBay, Amazon, and things like that. 2.5 years ago, not so much. Not a whole lot of people were aware of it. So we were able to capitalize on it as a company, as individuals. And that's the chance that you have right now as well. This type of a hybrid model is where everything is headed. Technology-based world is where everything is headed. Uber, Airbnb, all these companies, it's all transactional companies that are based on technology. And that's what you have to plug into as well if you want to be successful, you know, 2, 3, 4 years down the road. И Хиташ хочет дать вам маленький совет. Он говорит, что, конечно, вы научитесь находить товар подешевле, продавать его подороже, определять, что продается, что нет. Это легко, вы этому научитесь. Но самое важное – это определять тренды. То есть, на самом деле, что успешно, а что не успешно. Куда идет улица, куда все движется. И он говорит, что, например, 2 года назад они
сообразили, увидели, что за будущее, за электронный коммерц. Тогда люди не сильно знали, что такое eBay, Amazon, они не торговали, очень мало было на эту тему информации. Они уже тогда это все увидели, и они увидели, куда все это идет. Они уже тогда начали двигаться в том потоке. А сейчас это огромное движение. Так вот, за счет того, что они разглядели вот эту возможность, они преуспели и заработали и как компания, и как индивидуумы в этом направлении. И то же самое Хитаж советует вам. Он говорит о том, что розничные магазины, они разоряются, да, электронная коммерция идет вверх. Например, обычные сетевые бизнесы, они терпят поражение, терпят неудачу, да. И, например, вот эта гибридная модель, она за ней будущее, за этим будущее, это единственный способ, как это дальше все это трансформируется в огромный поток. И он вам просто советует оказаться в самом начале вот этого тренда, вот этого движения, чтобы вы вместе с компанией дальше вместе двигались, преуспели. Но самое важное, чтобы вы это увидели, потому что какая будет ваша жизнь там через 2-3-4 года спустя. И кто-то не разглядит эту возможность, не увидит ее и скажет, ну ладно, я там подожду или буду чем-то другим заниматься. А потом будет удивляться, что же произошло, что я сделал не так, почему я оказался на обочине. Поэтому совет Хитаж – это чтобы вы увидели, куда идет вот это движение, куда идет основной тренд. Это вот именно Хитаж говорит об этой гибридной модели электронной коммерции, цифровых продуктов, вот этого network, как это, программы сетевого бизнеса, которые вместе все это соединяют. So there's primarily just four things that you need if you want to be successful. You want to pick the right trend, the right market conditions. You want to have the right knowledge, the right tools, and the right effort. Now, Infinia has given you the right trend. We have given you the right knowledge. We have given you the right tools. The only thing we need is for you to put in some effort. And that's all. That's the only missing piece in the entire thing now. So Alexi is a great example of somebody who looked at it and said, okay, I have the other pieces. Let me put in some effort. And it's just incredible. I mean, I'm even shocked looking at some of the numbers that are coming in. Based on primarily Alexi's efforts. And that's where, I mean, all of you can have the same kind of results. All of you can have same kind of successes if you just put in the proposal. All the other things are already there for you. So just get in. That's all I can say at this point. И Хитаж хочет поделиться с вами, что он говорит, что вам нужно для успеха всего 4 элемента. Первое – это увидеть вот это направление движения, это правильный тренд. Второе, что вам нужно, это иметь знания определенные, да. Третье, что вам нужно, иметь инструменты. Четвертое, это ваши собственные правильные усилия. И он говорит, что мы как компания вам даем направление, куда все это движется. Мы вам даем знания, они есть в Буковсе, мы вас будем этому также продолжать обучать. И мы даем вам инструменты, которые здесь есть. И он, в частности, привел меня в пример. Он говорит, что потрясен, с какой скоростью я построил большую, огромную команду, приложив свои усилия вот к этому бизнесу. То есть он говорит, что вот в моем случае Алексей разглядел это направление, он стал, начал разбираться, получать знания в этой области, он стал применять эти инструменты и начал прикладывать свои усилия. Это привело к совершенно серьезным результатам финансовым. And, you know, the kind of success stories that have come out are so incredible. We actually, about 3 weeks ago, I had a message from a lady who can't walk. She's paralyzed from waist down, and she's been working and using the e-commerce stuff. And now this was her first week when she wrote me. It was the first week where she had made any profits online. Okay, now she was profitable in that first week when she was using the system. We have stories of people who have come out and said, I've tried promoting other companies. It's never worked out because, right, I mean, how many people can you go and sell coffee to, for example? I'm not saying that coffee companies are bad or something, but there's a limit to it. This is the first time you actually have something where you don't have to be embarrassed about it, where you don't have to worry about how many people can I approach with this, that you don't have to worry about true saturation in that manner. There is a real, real value to this for the average person, and that's why we were given many options. We were given options to charge thousands of dollars for this. There's obviously a lot of costs in the background for us, but our whole focus was let's keep it so reasonable that the average person can be successful. They can come in here without the huge issue of massive upfront costs and so on. So they can come in and be successful. So you guys are in the perfect place at the perfect time, plugged into the perfect team, dealing with the perfect people. You really should just. И Хитаж говорит, что он каждый день получает очень много благодарности. И вот, например, вчера он получил позитивный отзыв, там, как пример, одна девушка, она по каким-то причинам не могла ходить.
И благодаря электронной коммерции она стала применять эти технологии Infinity, и она стала зарабатывать деньги на электронной коммерции, и она стала обеспечивать себя. Это фантастическая история. То есть она не могла до этого получить никакие деньги и как-то работать. Другой человек, например, с ним связался и поблагодарил, потому что он присоединялся в другие сетевые компании, и он никак не мог там раскрутиться, никак не мог начать зарабатывать. То есть как-то не имело это все смысла. И вот здесь вот он увидел вот эту возможность, и у него стало все получаться, и он уже получил результат, и он очень поблагодарил Хиташа. И поэтому, как компания, вы здесь каждый найдете свою нишу, и вы сможете здесь преуспевать, потому что здесь компания предоставляет все на сегодняшний день, то, что нужно для того, чтобы достичь успеха. So at this point, I think we've covered pretty much everything. Yeah. If there are any pressing issues or anything specific... Maybe we'll show them the translated presentation. Yeah, yeah, let's do that. Друзья, на самом деле... One вопрос. В чате, в скайпе все... Okay, so... То есть когда же все-таки включат язык, и когда будут материалы отвечать? Ребят, на сегодняшний день сейчас мы вам покажем, сделаем демонстрацию экрана. И Хиташ хочет показать новые слайды презентационные, которые у нас сейчас появились. Они все спрашивают, когда это будет. Скажи, Хиташ, they see yes. The back office. They see yes, sure, sure. So what we have done is essentially put out a translated version of our PowerPoint presentation. We've also put out a translated version of the compensation plan. And we've also actually built out the translated pages for webinars for presentations to be done, just like we have the ones right now. So you'll be actually able to use these and start marketing aggressively if you're looking to market or understand the whole process. And we're also getting all of the translated materials coming out. We're told over this week, we'll have everything for the back office as well, including all of the training videos and so on. So there'll be subtitles there. But if you have any questions or you're wondering how the system works or how to present this, you now have everything that you need. This is everything that you essentially will need to present this to other people so people can easily understand what you're talking about and when you reference to e-commerce and things like that. И Хиташ говорит о том, что вот сейчас он демонстрирует слайды презентационные на русском языке, которые мы сегодня будем раздавать. И также он говорит о том, что у вас также в бэк-офисе появилась возможность... what if I show them that, this... What you... И также вот система приглашения людей на презентации, чтобы могли регистрировать новых людей в команду и расширять бизнес. И также он говорит, что сегодня в течение недели вы увидите много загруженных материалов на русском языке о том, как работает эта система, как этим всем пользоваться. То есть большинство материалов уже переведено. И на этой неделе они будут добавляться в бэк-офис. То есть вот Хиташ показывает систему вебинаров для приглашения людей. Вы кидаете просто ссылку, люди регистрируются, и после этого они попадают в список ваш приглашенных вами людей на просмотр презентации. Вы с ними позднее можете списаться. Это как уникальная система приглашения, такая, которая разработана компанией. Она очень эффективно работает. И также Хиташ хотел вам еще раз показать вот эти презентационные слайды. И Хиташ говорит о том, что также компенсационный идет на переведен на русский язык, и он у нас также будет в бэк-офисе, вы сможете его прочитать и посмотреть слайды. И you want to also to show that system of support is translated, no? Yes, I can actually translate it as well. И также система обращения в службу support, она также переведена на русский язык, и там в бэк-офисе вы сможете увидеть что-то на русском языке. Вот, Хиташ показывает платформу Helpdesk. And I need to pull it up. И ему он сейчас переведет это на, пока что это работает на русском языке. Сейчас он правильную страницу. Yeah, if you want to continue explaining the other stuff, I'll pull that up. Actually, yeah. Other links. Ага. Он, у него есть сейчас ссылка, он сейчас ее... Хиташ, you can text it to me. And I will... Yeah, I'll text it to you. Сейчас он пришлет ссылку мне, мы откроем ее, и вы увидите, что у нас даже служба поддержки на русском языке работает. Обращение в службу поддержки на русском языке. Так, а я сейчас хочу вам показать вот эти слайды, пока он это делает. То есть вот мы начинаем проводить презентации по новым слайдам по всему миру. Вы можете делать презентации в актовых залах, вы можете делать презентации в интернете.
Это на русском языке слайд от компании. И здесь как раз просто станет все понятно, на самом деле бизнес станет более понятен для людей. Здесь есть демонстрации, на чем построен бизнес, что, почему компании розничной торговли не преуспевают, а компании интернет-торговли преуспевают. И здесь есть пример, что вот посередине вы видите компьютер, который делает автоматизацию. Здесь нашли за $8, тут продали за 17. Если человек не хочет заниматься сетевой составляющей бизнеса, он может овладеть этой системой и просто зарабатывать деньги, используя Infinii как инструмент. Также вы можете здесь строить, видите, здесь даже инструменты, вы можете отсканировать товары, продавать его. То есть здесь все это есть. Расчет потенциального дохода. То есть для нас, для всех самих будет все гораздо легче, если мы все это прочитаем на русском языке, это понятно. Вот эти презентационные слайды, объясняют компенсационный план. И здесь есть, кстати, слайд с записью на мастер-класс. И получите сертификат Infinii как специалиста по электронной торговле. С тем, чтобы вы могли сами обучать своих партнеров и стать тренером. То есть потенциал, который открывает компания Infinii, просто бесконечный. И вот особенно мне нравится вот эта система приглашений. То есть до этого мы делали приглашение просто через знакомых, друзей, открывали бы офисы, отсылали людям ссылку. We can do, we can actually post a help desk link in the description of the video from the Hangout, so people have access there. И Хитаж говорит, что после этой презентации в описании этой трансляции мы вставим ссылку, и вы сможете по этой ссылке зайти и посмотреть даже, как выглядит служба поддержки. Вот это на русском языке, обращение службы поддержки на русском языке. Yeah, we can do this later. Okay, like it's, yeah, that's great. Так что на самом деле, мне кажется, это огромное количество новостей, которые мы сегодня вам предоставили, и я считаю, что у нас началась новая эра. Люди хотели выйти на просторы интернет-коммерции, Amazon, eBay, но у них не было инструментов, не было знаний, не было с чего начать. И благодаря Infinii и Hitachi, в частности, мы все получили эту фантастическую возможность. I'm just saying that in the Russian market, especially Russian-speaking market, so many people, they were like, they didn't know how to start e-commerce properly. Right. They heard about Amazon, eBay, but they didn't have tools, knowledge. Yeah. Now we give them opportunity. Yes, and one of the big things is also the masterclasses that we are running. That's one of the big reasons why classes in every language. So we're going to have, we're going to be having the masterclasses held in Russian as well. So people will be able to follow along with them and learn what's going on there. So in this initial set on the 27th, when we have the English-based training, we will actually post a version of it with the Russian translations for all the Russian members. So everybody can keep up. И также вот это обучение, оно будет на разных языках, чтобы люди на разных языках могли овладеть этими инструментами и знаниями. И в частности, мы начинаем время на английском языке. И также вот это обучение, оно будет снабжено титрами и переводом на русский язык. И таким образом русскоязычные наши партнеры смогут это точно так же посмотреть и пользоваться этим. То есть это самое важное, что мы будем обучать людей этим знаниям по всему миру на разных языках. And they will really want to pay attention to the masterclass, because if you are a Russian speaker and you do really well on this e-commerce training and you do well on your examination after this, we'll actually be looking to hire more Russian trainers and Russian members who will be picked out of the people who took the exam. So pay attention and, you know, do well in your exams. That's, it's what your parents said all the time. Do well in your exams because you actually might have a job waiting for you. И также он говорит, что он советует каждому из вас хорошо овладеть и пройти это обучение и получить зачет на этом экзамене, потому что вполне возможно, компания просто вас наймет, чтобы вы работали как тренер и помогали другим людям в рамках уже компании Infinii проходить это обучение и получать. Это всегда хорошо, получать хорошую оценку на экзамене, и это всегда оплачивается потом. Awesome. Well, awesome. I think you're all very excited about it. Everything that's going on. I see there are 1500 plus people who have been on this throughout the call, so I'm very excited about where this is all headed. Очень воодушевлен тем, что здесь происходит, потому что нас сейчас в прямом эфире смотрит почти 1500 человек,
И в записи, я уверен, посмотрят еще порядка 80 тысяч в ближайшие пару дней. И поэтому у нас с вами грандиозное будущее. И я не знаю, как спать. It's like 10:40 p.m. Also, how's I going to sleep? I will work till 5 a.m. You know? Well, you know, most of my productive nights have been me staying up and working. So maybe you should be sleeping. Я говорю, что сейчас в Москве 10:40. Я не знаю, как вы будете спать. Если бы я сейчас был в Москве, например, либо в часовом диапазоне, я бы точно не спал до 5 утра, я бы работал по сумасшедшему. Ахитаж говорит, он тоже не знает, как вы будете спать, потому что большинство всей компании Infineon никто не спит, постоянно работают круглосуточно. Спать дорого. It's very expensive to sleep. Yes, it is. The opportunity cost is really high. Да, цена этой возможности очень высока. So in the next few hours, people will see more and more and more updates. Yes. As the servers keep propagating through, you'll start seeing a lot more updates, the full tracking on all of the commissions being paid out. You'll have basically everything that you've been hoping and waiting for. На самом деле, еще раз подытожим, что в ближайшие несколько часов вы будете видеть много, все больше и больше разных обновлений, что касается комиссий, выплат, статусов, достижений и много чего еще остального. Поэтому следите за бэк-офисом, продолжаем работать, строить, расширять наш бизнес. Basically, this is very exciting. So yes. We can basically end on this beautiful note. Yes, we should, and hopefully we will see everybody again on another webinar of some sort or another hangout. And hopefully the next time we do this, we will have success stories from all of the members. Yes. И также Хитаж говорит, что мы с вами увидимся скоро на следующем таком же прямом эфире. И очень даже большое количество людей, кто захочет поделиться своими историями успеха от работы на платформе, от работы с нашим компенсационным планом, в плане расширения организации. То есть это мы запланируем, мы это проведем. Я от себя хочу добавить, что следующая неделя будет совершенно жаркой. Я знаю, что будет происходить. Много людей к нам сейчас будет присоединяться. Алексей, есть ли еще какие-то вопросы, которые... Вопрос. Мы уже ответили на этот вопрос. Когда не ответил? Когда? So, Hitesh, one more question, which is received from yes. Skype. So, when we gonna have transfer to do the sales in Russian? That's what I referenced. Within this week, over the course of the next 7 days, that's what our team is working on right now. Я получил вопрос в Skype, то есть когда же будет включен русский язык, вот именно как использовать всю эту технологию, и Хитаж ответил, что в течение следующих 7 дней, то есть это не через, а в течение материала будут добавляться, и вы параллельно сможете их шаг за шагом уже начинать смотреть. Yeah, there's an order of events. We always begin with partner materials first, and then we move to the customer materials, because we are always updating customer materials, so we have to keep, you know, get the latest versions in there. We always translate the partner materials first, since they are the ones who are building the business aggressively, they are the ones who are actually doing a lot of the work. So we want to respect that, and we do that for them first. И у нас есть определенная очередность, как мы переводим материалы. В частности, к нам присоединилось много партнеров, и люди хотят понимать эту партнерскую составляющую бизнеса. Поэтому мы начали с того, что перевели все, что касается партнерства и участия в компании. Это компенсационный план, это презентационные слайды, это все вот эти моменты. И также мы постоянно теперь перед материалом, которым люди могут пользоваться уже как партнеры, которые подсоединились. Yes, awesome. Normal question, right? Нет больше вопросов. Отлично. Друзья мои, поэтому на этой позитивной ноте давайте возвращаемся к работе. Спать дорого, как мы уже приняли. Мы сейчас продолжим работать с Хиташем. И все, что мы здесь узнаем, поймем, мы также с вами будем делиться. Я желаю вам фантастического успеха. 2016 год, чтобы, знаете, как все достигли нового финансового прорывного состояния. И с вами Фомин Алексей, Хитаж. И здесь наши партнеры из России. Это Алексей Ридель, Алексей Михайлов, супруга. Так что, ребята, до новых встреч. Следите за новостями. Я коротко хочу сказать, что 19 числа в 21:00 по Москве мы будем проводить следующую встречу в интернете. Мы об этом вам скинем ссылку. And I agree with all of that. I said that on 19th of January at 9 p.m. Moscow time, we will have next broadcast. Yes. And we will send it. Now I wish them prosper and tremendous success. Awesome. Absolutely. Same for me.